Это улица Пушкина. Недавно ее отремонтировали. Все хорошо, красиво, но есть одно у меня, вернее, у меня одна претензия. Я как-то обращался к вам, Сергей Ильич, чтобы исправили ошибку. Но я вижу, я подождал время, смотрю, что никто, нет реакции никакой. Я вам сейчас покажу пару проблем вот этой улицы, которые сделали конкретный косяк. Вот я вот сейчас заезжаю вот этот бордюр. Оп. Сейчас я покажу, что здесь про. Вот посмотрите на вот этот подъем, он не виден, правда, с телефона. Но здесь я на джипе. Вот у меня остается буквально проедь отсюда. Остается буквально пару сантиметров, чтобы проехать. На легковой машине здесь невозможно проехать. То есть с какой головой надо было вот это все делать, чтобы оставить такой высокий подъем? Неужели нельзя было как-то сделать это более нормально? Вот сейчас мы едем, еще по одна проблема. Посмотрите на вот этот вот бордюр. Сергей Ильич, эти бордюры посередине дороги не ставятся. Можно было их как-то сделать покультурней, а не делать вот, вот это вот безобразие. То есть я, например, пару раз проехался, я ехал буквально 20 км в час, я не заметил этот бордюр. Представьте себе, какой удар идет по моей машине. Неужели нельзя сделать нормально все по-человечески? Это, честно говорю, я молчу, но это уже как бы переходит все рамки моего молчания. Вот еще один бордюр. Разве ставятся такие бордюры? Ну, сейчас вам покажу. Посмотрите, вот это с улицы Пушкина спускаемся. Переход. И опять бордюр. И опять нет асфальта. Обратите внимание. Можно проехать по такому бордюру? А? Вот я вам просто показываю, человек пытается проехать. Нормально, да? Это вы называете работой? Вот эту щебень, который вы так, типа, армированный, это ерунда какая-то. Она, смотрите, что это? Что это такое? Нахрена ее кидать на дорогу, чтобы по всему Камрату потом эта щебень валялась. Ой, блин. Я не знаю, когда вы будете серьезно относиться к работе, и вообще кто будет эту работу конкретно проверять. Все-таки за нее получают определенные люди деньги. Я бы, честно говоря, я бы вас наказывал бы очень серьезно. Смотрю, никто не хочет реагировать на это.